Сегодня я решила сделать такой эксперимент. Попробовать на аппарате ультразвуковой чистки лица, с помощью которого мы проводили лечение на этой стороне лопаточки, провести такой эксперимент. Мы внедряли этой стороной лопаточки сыворотки из нашего микс-набора для лечения кожи. И я решила проэкспериментировать. Капсулы от фарфоровой куколки, внедряются ли они данным аппаратом ультразвуковой лопаточки с эффектом ионизации. Чем отличается сыворотка и фарфоровая куколка? Ну, давайте попробуем. Я уже открыла капсулку от фарфоровой куколки. Нанесу ее на руку. И давайте попробуем включить ионизацию с ультразвуком. Очень неплохо внедряется данная сыворотка в кожу. Теперь попробуем, прям вот кожа впитала сразу сыворотку. То есть данная капсулка фарфоровой куколки как раз и предназначена на очищение кожи, на увлажнение. Я могу сказать, что кожа прям, можно сказать, съедает капсулку, потому что руки пересохли. Такая кожа пересушенная, можно сказать. И капсулка хорошо внедряется с помощью положительной ионизации. Давайте посмотрим на отрицательные ионизации. На положительной ионизации сыворотка более глубоко проваливается, а на отрицательной ионизации больше для лечения. Ультразвук с помощью отрицательной ионизации. На плюсовой ионизации, в принципе, неплохо сыворотка внедряется. Вот. Поэтому, в принципе, кто хочет делать процедуру фарфоровой куколки, у кого нет фонофореза, можно использовать как альтернативу данный аппаратик. Давайте для чистоты эксперимента еще добавим сыворотку и посмотрим, как она будет впитываться на ультразвуковом аппарате на лечение на стороне лопаточки. Так, капаем нашу сыворотку, капельку. Наверное, вот она, на капельку наша. Включаем положительную ионизацию, на ней более глубоко сыворотки проваливаются. Мне нравится. Кожа стала более гладкая, более ровная, более увлажненная. Даже знаете, как можно делать? Можно использовать и капсулку фарфоровая куколка. Внедрили ионизации положительной и прям капелюшечку сыворотки капнули. Эффект прям, скажу вам, классный. Видно, не видно, не знаю, но так я вижу, что кожа посветлела, и она стала такая гладенькая очень. Хотя, в принципе, я поделала меньше 2 минуток. Если в кабинете делать, ну, подольше, то вообще будет классный эффект. Поэтому, в принципе, у кого нету аппарата фонофореза, можно пользоваться лечебной стороной данного аппарата с эффектом положительной ионизации
и ультразвука. То есть нажимаете сюда, когда загорается ионизация с плюсиком, можете уже работать и добавлять капсулку фарфоровая куколка и добавлять капельку сыворотки любой. Вот такой сегодняшний эксперимент.